Знаете, почему образование в нашей стране считается такое плохое, такое не очень? На самом деле мне сложно судить, потому что я была не во всех учебных заведениях. Но из того, что я видела, я вижу примерно две основные большие проблемы. Первое – это то, что нас всех, в общем, студентов и школьников гонят в высшее образование, либо в среднее специальное просто потому, что надо получить диплом. Нет, я не спорю, диплом – это, конечно, очень важно, нужно и необходимо, в том числе и для работодателя. Но человек не понимает, зачем он это делает. Если честно, хотят учиться реально единицы. Большинство из всех остальных парней отсиживаются просто, ну, сказали же, высшее образование получить не надо. Мама сказала, я получаю. Большое количество пацанов просто, чтобы не идти в армию. В итоге мы получаем такую ситуацию, в которой уже взрослые люди идут переучиваться на какие-то курсы, потому что теперь-то они знают, что им нужно. И вторая большая ошибка, то, что наше государство всеми силами пытается стимулировать людей пойти работать. Не учиться, не быть хорошими специалистами, не быть высококвалифицированными специалистами, а пойти работать. Ну, чтобы человек как бы деньги зарабатывал и там вот налоги платил и всякие штуки себе покупал, с которых он тоже бы налоги платил. Соответственно, после выпуска из всяких высших учебных заведений у нас второе высшее образование, конечно же, уже идет платное. Цель у всех учебных заведений, чтобы у нас студент, собственно, выпустился уже трудоустроенным и уже работал. Поэтому хороших специалистов спасает только самообразование. Так что самообразовывайтесь, читайте книжки и смотрите видосики на YouTube.